Мы уже не первый год пытаемся получить документы на дом. У меня сноха недавно родила, и не смогли поставить на прописку новорожденного. И подобная проблема не только у меня, но и у сотен других жителей этого района. Жители микрорайона Доустык в один голос заявляют, что местная исполнительная власть бездействует. Со дня присоединения района к городу прошло 2 года. Документов на жилье и городской прописки как не было, так и нет. В прошлом году к нам пришли с какой-то компанией, взяли с нас деньги за топосъемку. Все, после этого тишина. Каждый раз проводится собрание с участием представителя абайского акимата, где нам лишь обещают сделать документы. Но это всего-навсего пустые слова. Из-за отсутствия документов на дом мы не можем привести элементарную инфраструктуру. Нам приходится переплачивать втройне. Кроме того, за потребленные коммунальные блага мы также переплачиваем. Например, за электроэнергию мы платим по 30 тенге за киловатт. На сход с разгневанными доустыковцами сегодня приехали представители абайского акимата. Чиновники открыто говорят, что проблема с оформлением документов существует во всех присоединенных к Шымкенту населенных пунктах и в Жанаталапе, и в Игилике. В микрорайоне Доустык около 450 жилых домов. У 270 граждан нет документов на жилье. Их дома были построены на сельскохозяйственных угодьях. Всего таких домов только в абайском районе Шымкента насчитывается 3040. По заверению местных властей, необходимая документация на жилые дома в микрорайоне Доустык будет готова в течение 4-5 месяцев, после чего можно будет заняться строительством и реконструкцией опор ЛЭП, трансформаторов, водопровода, газа и дорог. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».